нынешний момент. Последняя победа Волжан в Иркутске 40 лет тому назад. Владислав Кузнецов вновь с мячом. Пенальти должен быть, да. 12-метровый штрафной удар. Вот пенальти у нас только еще не было в матче. Ну, откровенно сбили. Объявление судьи-информатора пошла последняя минута матча. А 12-метровые иркутяне все равно должны пробить. Сбили Владислава Кузнецова. Сейчас мы посмотрим, кто будет бить. В нынешнем сезоне иркутяне били 8 пенальти. 4 забили, 4 не забили. И ровно столько же 8 били хоккеисты «Волги». Тоже 4 били и 4 не забили. Вадим Чернов, наверное, будет бить. У него, кстати, 100% результат. У Вадима Чернова 3-жды бил, 3-жды забивал. Но сказал комментатор, только бы не сглазить. Итак, Вадим Чернов, 12-метровый штрафной удар. 7-3 у нас пока. Ну, никак. Мне пока, да. Да, удаленный хоккеист. 44-й номер удален. Евгений Андреев. Так. Странно. Не понял я, откровенно вам скажу, Игорь. А почему вот не стали бить-то мы 12-метровый? Если честно, Яков Михайлович, я так и не понял. Я хотел бы сейчас поговорить с Сергеем Вячеславовичем. Поделитесь, пожалуйста, вашим впечатлением о сегодняшнем матче. Была прекрасная игра. Я думаю, что, наверное, сейчас будет пресс-конференция. Я на ней, наверное, все скажу. Хорошо, спасибо. Будем ждать.